Мартин Лютер. Все началось холодной ноябрьской ночью 1483 года в маленьком городке Айслебен. Стрелки часов описывали последний круг, приближаясь к полуночи. Во всех домах темно, и только в жилище Ганса и Маргариты Лютер горит одинокая свеча. У них родился мальчик. Мы назовем его Мартин. Прошло несколько лет. Мартину уже 5, и он ходит в школу. Дорога в школу не близкая, и Мартину приходится преодолевать ее даже в холодные зимние дни. Родители Мартина хотят, чтобы он вырос успешным человеком. После 11 лет обучения в школах Мансфельда, Магдебурга и Айзенаха Мартин бегло читает, пишет и говорит на латыни. Немногие на такое способны. Латинский — это язык, на котором проповедуют в церквях, хотя большинство слушателей его не понимает. Библия, Слово Божье, тоже на латыни. На дворе весна 1501 года. Над церковными башнями Эрфурта распростерлось синее небо. Город Эрфурт известен своими многочисленными церквями. Здесь Мартин поступит в университет. Отец Мартина хочет, чтобы сын стал адвокатом. В церковь ходит очень много людей, но они по-прежнему живут в страхе, потому что боятся попасть в ад. Никто не рассказывает им, как избежать ада, спастись и жить с Богом на небесах. Мартин много размышлял об этом. Что может сделать человек, чтобы попасть на небо после смерти? Наступило лето 1505 года. Мартин навестил родителей и возвращается в Эрфурт. Дорога долгая, и у него есть время подумать. С тех пор, как Мартин освоил латынь, он стал одним из немногих, кто понимает, о чем проповедуют с кафедры и что говорит Библия. О чем же на самом деле проповедуют в церквях? О том, что человек рождается, живет и умирает. А после Бог наказывает его за все плохое, что он совершил. Мартин так глубоко задумался, что не заметил, как небо потемнело от туч. Неожиданно разразилась ужасная гроза. В отчаянии он искал укрытие, но не находил. «О Боже небесный, я жалкий грешник, а ты свят. Я не могу снискать твое расположение. О Боже, будь милостив ко мне. Если я выживу, я стану монахом и уйду в монастырь». Решение Мартина шокировало родителей. Друзья пытались его отговорить, но Мартин исполнил свое обещание. Спустя несколько недель он уже в августинском монастыре Эрфурта. Прежде чем стать монахом, Лютеру предстоит пройти испытательный срок. Как подобает монаху, он должен отказаться от всего, что имеет. Ему не разрешается жениться, и он должен исполнять все предписания аббатства. Так как Мартин тщательно исполняет все правила, испытание проходит успешно. Каждую ночь он встает для молитвы в часовне. Эти молитвы переходят в мессу и повторяются еще 6 раз в день. Мартин регулярно постится, но он по-прежнему печален и угнетен. «Похоже, мне не под силу стать лучше. Я продолжаю думать о плохом и поступать плохо. А Бог справедлив. Он накажет меня за это. О, если бы он не был свят и справедлив! О, Боже небесный!» В отчаянии молится Мартин, лежа на холодном полу. В библиотеке монастыря Мартин находит то, что развеяло его мрачные размышления. Он нашел несколько ценных книг, сотни страниц из трудов отцов церкви и Библию, Слово Божье, на латыни. Мартин счастлив, что выучил латинский в школе. Страницу за страницей он учит Писание наизусть. «Если на мои вопросы есть ответ, он должен быть в этой книге». Мартин много занимается и добивается больших успехов. Однажды настоятель позвал его к себе. «Брат Мартин, мы посылаем тебя преподавать в Виттенбергский университет».
В Виттенберге Мартин много работает. Он продолжает изучать Библию и читает лекции по этой необыкновенной и захватывающей книге. Поздние вечера он проводит за чтением книг. При свете свечи он изучает послание к римлянам, письмо Павла римским христианам. Один стих послания гласит: «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Римлянам 1:17. И вновь речь идет о праведности Божьей. Неожиданно Мартин начинает понимать, что это значит. Евангелие, добрая библейская весть, говорит о праведности, которую Бог дает даром. Это правда. Я грешник и должен понести наказание за свои грехи. Но Бог обратил наказание на своего Сына Иисуса, который пострадал и умер вместо меня. Бог не хочет наказывать меня. Бог хочет подарить мне праведность, которая оправдает меня. Для этого нужна вера. Вера в Иисуса Христа. Как написано: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Мартина Лютера переполняет радость. Наконец-то он понял Божье послание в Библии. После такого важного открытия он приглашает ученых мужей обсудить эту тему. Он пишет 95 утверждений, или тезисов, как их называют. Напечатав тезисы, он прибил их на дверях церкви Виттенбергского замка. Так было принято в те времена. 95 тезисов Мартина привлекают внимание прохожих. Они собираются посмотреть, что же он написал. Смотрите, доктор Лютер что-то приколотил на дверь. Написано на латыни. Интересно, что там? Кто-нибудь может перевести на немецкий? Подождите, дайте я попробую. Всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное освобождение от наказания и вины, уготованное ему даже без индульгенций. А что он хочет этим сказать? Ну, думаю, он хочет сказать, что Божье прощение дается по благодати, а не за деньги. Всего за две недели 95 тезисов Лютера были переведены, напечатаны и разошлись по всей Германии. Многие не согласились с Мартином в том, что учение церкви ложно. Ему приказали снять тезисы, но к тому времени они уже распространились повсюду. Люди читали их, а также другую литературу, написанную Лютером. Весна 1521 года. К Мартину явился посланник. «У меня для вас послание от императора». Император желает, чтобы Лютер предстал перед императорским парламентом в Вормсе, немецком городе. Там Мартин должен объяснить, что он хочет сказать своими тезисами. Итак, Мартин отправляется в Вормс, хотя знает, что многие ищут его головы. Но он также знает, что Бог рядом с ним. Императорский парламент — это собрание влиятельных людей государства. Лютер предстает перед императором. Все, что он написал, разложено на столе. Мартина допрашивает представитель императора. «Доктор Мартин Лютер, эти тексты написаны вами?» «Да, мной». «Вы признаете, что написанное вами является заблуждением?» Это провокационный вопрос. Что же он ответит? Мартин просит время подумать. Император дает ему один день. Завтра этот вопрос будет задан вновь. Ночью Мартину не спится. Он молится. «Господь мой и Бог мой, помоги мне. Дай мне твердо стоять в Твоей истине». И Бог ответил на его молитву. Он дал ему мужество и силы перенести самый тяжелый день в его жизни. На следующий день Лютер вновь стоит перед парламентом, а имперский представитель холодно смотрит на него. «Каков ваш ответ? Вы отрекаетесь от того, что написали?» «Я верю в Божье слово и не могу от него отречься. Господь да поможет мне. Аминь». Император в ярости. Лютеру приходится покинуть Вормс. Никому не позволено помогать этому взбунтовавшемуся монаху. Его собираются арестовать.
Но Бог защищает Лютера. Его укрывают в замке Вартбург. Враги не могут его найти. В Вартбурге Мартин живет под именем рыцарь Йорк. Всего за 11 недель он переводит на немецкий вторую часть Библии, Новый Завет. Теперь каждый житель Германии может читать Евангелие, добрую весть об Иисусе Христе. Позже Лютер и его помощники перевели и Ветхий Завет. Теперь немцы могут читать всю Библию на своем родном языке. В 1546 году Мартин умер, но с тех пор многие люди, подобно Лютеру, твердо знают на основании Библии. «Я не заслужил места на небесах, но я знаю, что Бог простил мне мои грехи, потому что Иисус Христос заплатил за них, когда умер за меня на кресте. А ты знаешь об этом?»